Бесстрашные бойцы с огнем традиционно отмечают свой профессиональный праздник в конце апреля. В этот день ветераны и молодые сотрудники пожарной охраны возложили цветы и почтили память 69 нижегородских спасателей и пожарных, погибших при исполнении своего долга. Мы уважаем наших ветеранов пожарной охраны, которые передают свой профессиональный опыт нашим молодым сотрудникам. Мы будем продолжать их традиции, нашу историю, историю противопожарной службы. В этом году пожарной службе исполняется 367 лет, и по этому поводу лучших сотрудников наградили ведомственными наградами МЧС России, а также почетными дипломами и благодарственными письмами. 7 человек получили медали за отвагу. Служу Российской Федерации. В этот день традиционно проходит присяга молодых бойцов противопожарной службы. К ним с напутственными словами обратился ветеран пожарной охраны. А с ответным словом выступил молодой боец, принявший клятву. Закончилась присяга традиционным ритуалом. Параллельно праздник шел и возле катера «Герой». Здесь была организована выставка лучших образцов пожарной и аварийно-спасательной техники. На выставке сегодня представлено 10 единиц пожарно-спасательной техники. Это техника для проведения спасательных работ с высотных зданий, коленчатые подъемники, автолестницы, аварийно-спасательные автомобили, пожарные цистерны для города и пожарные цистерны с повышенным объемом воды. В структуре МЧС этот год объявлен годом пожарной охраны. Это значит новые инвестиции, следовательно, новое оснащение. Гостям выставки рассказали и показали различные приспособления, дали поработать самим и провели ликбез по пожарной безопасности. Детям это интересно, потрогать своими руками вот эту всю технику, вот, полазить, посмотреть. И в правильном акте, конечно, это очень полезно. Особенно сильно выставка понравилась детям. Когда еще получится почувствовать себя настоящим пожарным? Безусловно, самым интересным экспонатом оказался робот пожарный. Я сегодня видела очень большие машины и очень хорошенького робота. А я сегодня попробовала как бы побибикать на машине. Да. А мы сегодня пробовали говорить в микрофон, и было очень здорово тут. Мне очень было очень весело. Мы садились на разную технику и запускали дрон. Праздник отважных борцов с огнем удался на славу, ну а нам остается только пожелать им, чтобы количество выездов на пожар совпадало с количеством возвращений. И сухих вам рукавов, дорогие пожарные.